О, привет. Я ничего. Подари мне карусельку. Карусельку хочу. Феррари, карусельку хочу. Лео, отстань, какое видео? О чем ты? Ты ничего мне не подарил еще, чтобы с тобой общаться. Каруселька, ну где ты мне подарил коняшку? То самолетик. Почему ты интересуешься? Хочешь на воспитание взять моих детей? Это запись. В смысле запись? А здесь можно запись вести, сделать? Ну, еще что? Подари мне, в общем, карусельку. Это будет второй вход в эфир. Нет, я Дева Мария, блин. Ну, в смысле, где? Все там же. Где ты коня подарил мне? Господи, что вы там ругаетесь? Девственница, да. Точно. Это мой конь, вход на эфир, а твой от VIP. Блин, ну подари. Чё об этом говорить? Даришь и все. Чё болтать лишнее? Ну да, конечно. Кто еще-то? А что я игнорирую? Чуть-чуть спрашиваю. Позвонить мне. Сначала подарки. С тобой как еще общался? Я восхищен. Общаться. В чате. Общайся, а как еще? На заявку хочу с тобой поспать. Да ты чего, блядь? Серьезно? А сколько стоит яхта, кстати? Просто получается, что это не все мои деньги будут. То есть я 40 тысяч бигадом. Так что... Не проснулся бы с такой. Ну тогда пока. Тебе здесь нечего делать. Кто бы еще не проснулся со мной? Со мной все мечтают проснуться. И не только.
Да много кто, если честно. То есть ты мне тоже хамишь? То есть ты бы не проснулся со мной? Вообще сон для слабаков. Не люблю слабаков. Ты слабак, если ты спишь. Вы упали. Феррари, сейчас тоже уйдешь отсюда. А зачем мне тебе говорить, где я нахожусь, скажи. Сейчас для чего эта информация? И чё, что ты в центре думаешь? Все прохлаждаются и ничего не делают, как и ты. Спасибо. Да, у меня клёвые губки. Значит, я не подарил подарок и уйду отсюда. Ну, тогда уходи, если не хочешь дарить. У нас тут все дарят. Ты не будешь выделяться. Какое кино, господи.